Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Называется 800rx.com, где нам при регистрации дадут бонус 1000rx монет. Ребятки, это инвестиционный проект. Я никого не призываю вкладывать. Вот. Мое видео носит только информационный характер. Я делюсь с вами информацией, а будете вы заходить или нет. Регистрация простая. Прописываем мобильный телефон. Это будет наш логин. Два раза пароль. Здесь инвайт код пригласителя. И вводим капчу. Давайте зарегистрируемся. Вводим мобильный телефон. Так. Пароль. Повтор пароля и капчу. У меня 5 аналогичных проектов, и мне очень они понравились. Маленькие буквы. И я в них успешно работаю и зарабатываю. Все, я зарегистрировалась. Окей. Сохраняю. И вот бонус видим, да? Здесь информация. Можно присоединиться к их телеграмму. Это я закрываю. Ну, это такая главная страничка у нас здесь. Можно это здесь перевести и прочесть. Кто с ними сотрудничает? Binance, CoinMint. CoinDCX, ну, в общем, такие вот биржи, наверное, это. Значит, я это сразу умаю на домашнюю страничку. У меня здесь 0.3x. Значит, я иду по вкладочку депозит, я навожу мышку. И мне здесь дают адрес, на который нужно им сделать инвестицию. И здесь прописано, что минимальный депозит от 5 TRX. Я и депозит поступает от 5 до 10 минут. Копирую адрес сразу, пока сделаю депозит и показываю вам сайт. Монетки придут. Иду в TronLink. Вы мне писали, задавали вопросы, можно ли с Pyra. Я не знаю, ребятки. Я работаю с TronLink, а в Pyra там уже смотрите сами. Значит, Send. Так. Не туда я вышла. Вот Send. Сюда я прописываю адрес, куда я буду отправлять. Я буду закидывать 15 монеток. Я в такие проекты вкладываю без фанатизма, но тем не менее я неплохо зарабатываю. Легко отправить. Так, отправить. Все монетки отправились. Угу. Далее я нажимаю вот на эту вкладочку, то, что я отправила монетки. Все. Будем ждать теперь, когда поступят монетки. Также я сразу сделаю, продемонстрирую вывод. Значит, смотрите, опять вернусь я в TronLink. Как я сказала, у меня 5 аналогичных проектов. И вот 15 монет я отправила, да? И вот эти монетки, вот плюс 4.5 монет я сегодня вывела. Это с последнего. Вот число 23.12. Потом еще я 0.45 монет вывела. Еще один плюс 0.275 монет. 23. Это все сегодня. Также плюс 0.5 монет.
потом плюс 0,25 монет. Ну, вот как-то так я вот постоянно вывожу вот аналогичный проект. Ну, давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Обратите в самом низу домашняя страничка вот эта. После регистрации я сюда попала. Дальше идет трейдинг. Здесь сбор будет идти у нас как бы раз в 24 часа. Вот. Возвращаюсь. Вкладочка шара. Находится партнерская ссылочка. Майн баланс. Ну, мой кабинет. Так, и вот мои монетки, они, ребятки, поступили. Значит. Переводим на русский. Здесь все просто, как бы, да. Ничего такого сложного нет. Здесь команда. Три уровня партнерская программа. Возвращаюсь. Здесь список прибыли. Будет отображаться. Это вот бонус дали мне. Это я сделала депозит. Депозит, насколько я понимаю, он бессрочный. Здесь перевод базовый. Здесь вот... Так, базовая, аккаунт продвижения. Далее. Доля. Это депозит. Надо все просто. Уведомление, предложение, выход. Так, далее что? Снятие. Давайте я поставлю на оригинал. И кликну вывод. И у меня на балансе 0,375 монет. Аккаунт, базик аккаунт. Вот это с депозита. Также я кликаю. Есть промоушен аккаунт. Здесь тоже можно будет выводить раз в 24 часа денежные средства. Я кликаю пока базик. Всегда нужно проверять. Это я удаляю и прописываю. 0,375. 3,75. Потом кликаю вот сюда, где вот нолик. Сейчас. Ставлю точку. Иду в TronLink. Так, возвращаюсь. Копирую адрес. Вот сюда я вставляю адрес кошелька. Здесь уже пароль стоит у меня по умолчанию. Кликаю вывод. Все, у меня монетки вывели. Вот, подождите. Сейчас я перезагружу. И поставлю по новой. 0,375. Точка. Адрес. Конфирм. Что там написано такое? Сейчас подтвержу дать. Не могу добиться. Ну, значит, ну, так. Вывод успешен. Вот видите. Давайте зайдем на кошелек. И 0,37 монет вывелись. Видим, да? Ну, тоже 23, 12, 15 я закинула. Также завтра я опять же буду делать как бы вывод денежных средств. И вот хочу показать свои кабинеты. Вот это я, мой самый первый проект. Я здесь зарегистрирована уже давно.
И он, слава богу, работает, платит. Вот. Я уже не помню, сколько я здесь. Вот. Для счета. Пополнял, по-моему, сюда 10 монет. Да, 10 3x я пополняла. Вот. Я с него успешно как бы работаю и зарабатываю. Я сейчас не могу, я сегодня уже выводил. Здесь раз 24 часа вот получать. Один раз в день, видите, теперь до завтра только. Это второй мой проект. Я ежедневно вывожу. Захожу и иду по порядочку. Как бы я тоже не могу здесь сегодня получить. Один раз в день. Это второй. Третий. Это третий мой проект. Такой же. Все они платят. Четвертый. Точно так же это закрываю. Вот. Пятый. Вот это мой последний. Я вот этого я загружала видео своего пригласителя. Откуда он берет такие проекты, я понятия не имею. Но они реально классные. Мне понравилось. Ну и вкладываю, как я вам сказала, без фанатизма. И вот это мой шестой проект, ребятки. Кому интересно, заходим. Ну, не интересно, не заходим. Я никого не призываю вкладывать. Это инвест-проект. И как бы хороши они ни были, сами понимаем, всякое может случиться, так как это интернет. Я рискую своими деньгами, а вы же думайте сами. У каждого своя голова на плечах. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.